Дела полевые продолжили обсуждать в уже более официальной обстановке. В сельхозакадемии состоялось совещание по вопросам перспективных направлений развития АПК. Станислав Воскресенский заявил: «Сельское хозяйство – одна из наших точек роста. Отрасль с большим потенциалом и массой нерешенных проблем. Главное на сегодня – огромные площади неиспользуемых сельхозземель – около 60%. Правительство готово помочь каждому, кто хочет заниматься обработкой этих почв». Вы знаете, что мы ввели новый вид господдержки в этом году, попробовали, когда вот такая необработанная земля берется, и часть затрат на ее обработку мы компенсируем. Пока только попробовали, это небольшие деньги. Но мы готовы, конечно же, такие программы продолжать. Главное, берите землю, ко всем присутствующим здесь обращаюсь, не только к вам. Берите, вводите ее в сельхозоборот. Это потенциал, это то, что нас прокормит и создаст рабочие места. Там, где животноводство, растениеводство, там должна быть вся необходимая инфраструктура. В проекты профильного министерства по развитию сельских территорий Станислав Воскресенский своим подчиненным поручил буквально вгрызаться и не упускать ни одной возможности, будь то стройплощадка, ФАП или водопровод. Впереди у ВРИО губернатора амбициозные планы по развитию отрасли, и для этого нужен прочный фундамент. Мы сейчас говорили с несколькими крупными игроками на рынке молока в стране. Вот вполне реально нам с вами за 10 лет войти в десятку в стране регионов по производству молока. Это сложная задача. Сложная. Это не просто так какой-то лозунг. Она сложная, но она реальная. Вполне реально. Если навалимся, вполне можем этой задачи добиться. Серьезно сказывается на объемах производства молока в этом году нехватка концентрированных белковых кормов. Подсолнечниковый жмых в цене вырос в 2 раза. Ивановская область эту культуру не выращивает. Спасти положение может рапс. Я знаю, что вот коллеги, несколько предприятий наших собирались с нашими коллегами из Владимирской области и обсуждали вопрос кооперации для создания завода по переработке рапса, для того, чтобы иметь и рапсовое масло, которое тоже, кстати, является экспортным товаром и успешно на рынке продается, и использовать рапсовый жмых для развития животноводства. А еще региону нужен оптово-распределительный центр. Это такие умные склады, куда даже мелкий фермер сможет сдать свою продукцию. А центр сам распределит продукты по торговым сетям. Станислав Воскресенский дал поручение проработать варианты создания подобных центров, а также рассмотреть возможность кооперации с другими регионами. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.